блядь, что такое? Ебать, Андрей заснул. А не, там пиздец. В ногу, же ударил, да. Я больше не разговаривал с вами. Мы три раза свалили за 5 минут игры. Шо? Именно вы. Не считаете? Это вчера был желтый. Дайте футбол. В каждой игре я хотел у нас там. Нет, да подожди, я сейчас за Пашками закупаю. Блять, жестоко иногда, блядь, пизда. Или Гена, блядь, тут вообще аску, блядь. Какие-то пизда. Да, он, блядь, такой. Ну, он закипал, как это. Параметрами можно, блядь, даже не в дальний прыгнуть, а от края в дальний прыгнуть. Блять, это опасно. Хорош. Это не стало, по-моему. Сочек, да? Yeah.
обсудили. Я не заметил, так, и смены, блядь. Лёха, это Лука. Ну, не поборешься, блядь. Лёха забивает больше. Да, да, Лёха тогда больше забивает, да. Это точно. Какие до этого битвы были, блядь, здесь. Парни чуть расслаблены просто. Ой-ой-ой. Да бейте меня. Надо бить него, нахуй. Класс, нахуй. Чувак завелся, пиздец. Неприятно сразу как получать кучу торгу, блядь. Тем более, что разводили это до последнего, блядь. На самом деле. Ты не смотрел игры? Ну так-то. Вообще они ебашатся, блядь, и с португальцами, и с бразильцами. Ну скорости, конечно, пиздец. Да, ну примерно. Он как и поля может немножко отличаться. Непоправимое случится. Третья она называет. Угу. Не, ну за Пашки там конвиги, блядь, станут. Один! Один! Ой. А что никто ворота не занял? Поленит, блядь. Надо было кому-то в ворота встать, что там, пока мяч долетит, ты же можешь заблокировать. Что, так жестко? А вроде не показалось. Ну, заднее такое, может, наступило. Хорошо, да? Чуть-чуть. Вот надо. Ну, блядь. А тут уже бить готов был. Ой, хорошо. По-моему, пятый, нет?
тоже нормально. Пойдет. Неплохо, неплохо, да, и принял хорошо. Ну, Вера сыграл просто, да. Да, просто Вера нормально сыграл. Слышь, вот что-то, да? А, пизжу. Штрафной, да, без рук ударил. Удара там же ты не ударишь прямо в ворот. Вратарь же перекрывает и все. На тоненького, да? Вот прям это финт Мбаппе, да? Да, да. Прям под ногой, перед ногой. Да, да. Навара, блядь, в строю. А хотя да, блядь, наверное, это больше пуёт. Я из-под защиты там, блядь. Ещё на то. Пашка, Гену, рад видеть. Теперь можно выходить. Да. А Пашка не забивал еще, да? Не еще. Должны, наверное, все забить. Вот он. Не, нормально, нормально. Thank you.
тут еще. Тут еще видишь, чем хуйня, когда долго соперник в твоей половине контролирует мяч, в этом формате это пизда. Это жди гола, блин. Потому что просто застываешь просто, да. Мельтешение пиздец, а вот это хуя, рикошет, пизденно. Сожрать, с ногами вырвать нахуй. Да не, они щелкают специально, чтобы легче мяч становится. То есть как не бьешь, а так щелчком. Гена вышел и привез, да, короче. Леха так опасно дал. Не, ну он мяч, кстати, играл, потом он угол.
Я с рэпом согласен тут, блядь. Не думаю, что такого. Леха тоже немножко спал последнее время. Я спокоен был вообще как в форме. Да, 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 постоянно. Ты не отстоишься там, блядь, пока оборона решает вопрос, то самому надо бежать. Сколько фолов там что-то было? В паре обошел. Штуки 3-4 точно. Ну, шестого пробивается. Да? Угу. Мне казалось, что больше 5. Я там пиздец. Ай, хорош. Ну, Леху наебал. Не, Леха, да, он вообще не лентяй, нихуя не грамот, все, он поработать. Первый тайм. Вообще быстро будет. Там он просто ногой не смог это сбить. И все. Он просто прошел. Одно простое действие. Да. Был бы ты поменьше, блядь, он бы сбил его просто. Был бы пол. А тут Леха как что-то вышел. И он, блядь, что-то зацепил, да? Это пакет, блядь. Ветром принесло, да, короче. Парни, я хочу сказать, тоже ничего, они просто не сидрами, как всегда. А так они двигаются, пасы есть и как бы... Открываются. Открываются, да, более-менее, и побороться вроде стараются. А Пашка чуть сам себе не дал пас, блядь. Видишь, перерывает, не шансы. Стали крыть игроков. Да, да, да. Ну, конечно, конечно. Меня только пугает это. Я сейчас сказал. Где нам, блядь? Я тут уже заждаю. Расслабленный пизда. Да не надо ему, да, уходить, что-то не вяжется, блядь. Пасы. Ай-яй-яй. Я думаю, он заедет сейчас с тремя и слышим туда. Привет, блядь.
Я же думал, там игрок был, а там никого, блядь. Мяч выкатился просто. Притом Леха, да, ему, по-моему, давал свой же, блядь. Сами организовали себе. Машку не видно, что ли? Прям. Опять заезжает, блядь. Нихуя какой закатился. Да не, ну тут нихуя. Бля, вот сейчас ему можно не выходить. Я не собирался с мыслями, блядь. Жесткий, да, блядь? Контроль не вся, пиздец. Не выходить, да. Да нету этого контроля мяча. Бля, это Корнилов прием вообще, да? Блядь, приклеенный мяч. Это школа, блядь. Бля, конечно, я не хочу сейчас на Россию. Ты молодой какой-то, девочка. И высокий, блядь, деталки хватает. Есть, правда, одна проблема. О ней потом. Не знаю, от этой или бутылки, кстати, или от прошлых. Сильно, чтобы обходить. Надо либо ближе подпустить, либо уже как бы что-то другое. Топотом этим, как они сбивают, блядь. Ага. Еще, кстати, по одному фолу, да, только? Походу, да. Поаккуратнее, короче, играть, чем тогда. Зачем? Блять, ворота!
слога доигрывал. Стоит, смотрит, смотрит. И бросился как раз в тот момент, когда он начал подходить. Нахуй туда бросался. Не-не, ну а там по-другому никак. Там либо пас назад давать, потому что выбивать нет смысла. Ну, блядь, побегал. Так вот эту мотору сбивает, чел там, блядь, устал уже перестраиваться, пока, блядь, тут. Притом он же может обеими ногами дать. Стоит, да, тактически они больше уже проебывают. Не было голова. Блять, а где вратарь, блядь? Не вижу ни на воротах, ни в поле его. Он за сеткой не видно там. Вообще пошел по сетке. Куда посмотрит? Вот, пойду нахуй, да. Вот это, блядь, любимое дело нашей команды. Да не, они тренируются. Набили, чтобы проебать, вряд ли проебут. Блять, не Бразилия. Один раз?
По-моему, не. Вера забил. И, блядь, по-моему, Галыч забил. Ой-ой-ой-ой-ой! Что? А где игроки? Да, чувак, это, блядь, он весит больше льдина. Ага, ну он до конца борется, потому что. Ну конечно, да, да, я жду, они же вдвоем занимаются. Амок. А Лехе надо было замыкать. Не, ему там стоять надо было просто. Штучки три, наверное? По-моему, три. Два точно. Ну да, девятка со штрафного льда. Наказали.
опасно, пиздец, в одно касание. Долго, блядь. Можно было разыграть по-быстрому. А сейчас уже чё, блядь. Гримон бежал еще вон там, когда они за смычком стоял, блядь. Можно было, блядь, бить просто на ходу. Конечно. Да. Лера, блядь, руками решил не играть за мелькишин. Надо было падать сюда еще раз. Опасается. Нет, со стороны смотрится нормально. Еще в локоть не попал. Да, шансов вообще никаких. Даже с руками я бы перепрыгнул вверх. Почему не возвращается? Электропрялка, блядь. Конвейер, блядь, таджики, да, короче, сделают, блядь, кельми шьют, блядь. Это на шару прошло. Пашку чуть не ебал. Этого я в ухо получил. Перекувыркнулся. Упал, блядь. Бля, достал, молодец. Не, парень ничего, кстати. Медленный просто. Да, мне хотел сразу атаку начать. С его техникой можно и так. Сильно быстро мяч летел, не успел среагировать, блядь. Ты устал, блядь, ебашь от своего. Хоть свою игру, блядь, болевую. Постоянно все застревает, все мучают. Магнит. Меня в спину толкал. Толкал в спину. Это, блядь, носилки, блядь. Ебать, ну, такое себе, да? Нормально. Бля, вот эти танцы, да, у
какие-то орлины. Так сбивают. Ну я говорю, когда ты долго контролишь, знаешь, пизда, они остают, начинают стоять, и все. И получаются дыры коридора. Начинаешь варзопаться. Опасно, он же один тут стоит.